Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть SCP Containment Breach. В этот раз у нас все получается очень даже неплохо, потому что нам буквально сразу повезло найти карту, машину улучшений и все, что вы у нас видите. У нас рабочий GPS-навигатор, у нас рабочая рация. Самое главное, что у нас есть карта последнего уровня. В последний раз у нас такого не было, и это очень серьезно сказывалось на нашей боеспособности. А здесь вон, поди ж ты. Но мы попали в зону особо строгого содержания, и здесь все может быть очень печально. Так, у нас, кстати говоря, дорога к боеголовке Омега. Хорошо, я думаю, это нужно сделать. И в прошлый раз мы этого сделать не могли, а в этот раз можем. Можем. Не просто можем, а должны. Записки доктора Л. Так, это мы уже читали, но суть в том, что никаких кодов и тому подобного здесь нет. Очень жаль. Ладно, здесь я еще не был. Я не знаю, что меня может ждать, поэтому давайте мы сохранимся вот здесь. В лифте сохраняться не стоит, потому что вы можете провалиться сквозь грязь, землю по загрузке. А сохраняться после этого тоже не стоит, потому что может не оказаться кнопок. Но вроде все присутствует. Так, хорошо, вроде никого. Вот и ты, дурындочка. Дедушка, ну только не тут. Ну сейчас я куда денусь, твою мать? О, как же мне не повезло. Давай, поехали. Твою мать, ты что, издеваешься, что ли? Них она. Отстань от меня. Хорошее начало. Но вы понимаете, что я никуда от него не денусь. Он, вот он. Вот он, все, короче, пошли к нему в карманное измерение. Ой, это страшно. Ладно, но мы оказались здесь. Я не знаю, куда нас в итоге выкинет, если мы выживем. Для начала нам хотя бы выжить было бы неплохо. Сейчас он может идти прямо за мной и убить с одного удара. Что самое страшное, это то, что я даже не вижу и не слышу его. Поэтому приготовьтесь к резкому удару. Он может случиться в любую секунду. Где? Где? Я ничего не вижу. Я в полной темноте. Какого хрена происходит? Есть подозрение, что игра сломалась, и я провалился сквозь что-то. Не знаю, конечно, бегу, куда глаза глядят. Но... Игра, почему такая глючная все-таки? А? Вот, ну, вот объясни мне просто. Ладно, так, подождем еще 15 секунд. Может быть, что-то произойдет, дедушка все-таки, который соизволил меня сюда закинуть, меня как-нибудь выкинет отсюда. Нет? Просто в этой игре временами не поймешь, где баг, а где прикол. Но я иду вперед уже довольно давно, и ничего не происходит. Я повертелся по сторонам тоже. Ладно, давайте тогда грузиться. Так, вот оно вроде. Хрен его поймет. По-моему, вот оно. В игре всегда странно время отображается. Я не понимаю. Наверное, вот оно. SCP-860 — это проход в другой дивный мир. Я надеюсь, этот я тот сейв загрузил, потому что, блин, у нас довольно много всего интересного произошло. Так, ну, вроде бы да. Дедушка, если ты сейчас появишься, я тебя просто возненавижу. Ну, по крайней мере, нам есть куда бежать, да? И сейф не запоролся, так что хорошо все. Ты появишься уже, нет? Ай, ладно, пойдем. Короче, ну, отлично просто. Ну,
другой этаж от него смысла бежать нет, как вы видите. Он перемещается вместе с вами. Тут ты меня не возьмешь. Так, ладно, он уже идет, поэтому постараемся выключить все, саму систему самоуничтожения. Ой, твою мать, уйди. Хватаем. Может быть, мы еще выберемся отсюда. Какой же ты собака страшный. Я надеюсь, я сегодня не буду проваливаться никуда. Блин, он мне портит момент. Я даже не успел прочитать, что я выключил. Будем надеяться, что-то важное. Давай, касатик, давай, родной. Давай, топи, 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 топи. Что это? Ой-ой-ой. Где я нахожусь? Где? Я не хочу прыгать вниз. Твою мать, да какого же хрена? Вон он. Что тебе от меня надо? Я не могу бежать даже нормально от него. Давай, 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 давай. Я не знаю, куда я иду. Если я не угадал дорогу, то я умру, да? Ой-ой-ой. Я ненавижу это место. Учитывая, как я медленно двигаюсь, это не круто. Давайте попробуем в другую сторону пойти. Если он там сзади идет, он, конечно, меня убьет, но... Ненавижу деда. Пойдем отсюда вот. Скотина. Ну и здесь, конечно же, то же самое. Как мне вообще это пройти, учитывая, что... Учитывая, что я двигаюсь так медленно, я не могу набрать выносливость. Баллистический... Откуда он у меня? Меня больше всего беспокоит, что у меня просто временами вещи появляются из ниоткуда. Чувствуешь себя немного защищенным. Сейчас мне как раз до этого, да. Это выход? Может, это выход? Твою мать, какого же черта? Вы знаете, я здесь никогда не был. Никогда вообще. Я всегда умирал в начале, так далеко я не заходил. Что это такое? Показалось, ладно. Придется, видимо, схватить от одной из этих движущихся колонн и умереть. Я лучше пойду вот сюда, вот направо. Дедушка просто не дал мне вообще воспользоваться. Я говорю, вот эта вот игра, когда мне сказали, что типа ты ее не проходи, ты в нее играй. Я сначала подумал, а зачем? А сейчас я с вами категорически согласен просто, потому что вот в предыдущем прохождении мы вот это вообще не видели. Игра именно напичкана секретами. Так, я могу сохраниться? Отлично. Теперь я не боюсь умереть. Так, тихо. Сейчас она проносится. И побежали. Давай, 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 давай. Слишком поздно. Отлично. Скотина. Я неправильно оценил расстояние. Ох.
Так, ну, по крайней мере, тут теперь дают сохраниться, и меня это радует. Так, давайте присмотримся поаккуратнее. Еще шажок. И пошли. Пошел. Ух, пронеслось. Тихо. Нас ничего не трогает? Вроде как нет. Вот сейчас мы сохранимся. Где оно проносится? Я не совсем вижу в этой темноте. Так, у нас где-то секунд 5. Давай, пошел. Твою мать. Я еще живой? Нет, я уже не живой. И как мне это место пройти? Вообще просто вот так. Давай, пошел. Упал. Не круто. Ну, я понял примерно. Блин, ну это сложно. Но я так далеко еще ни разу не забирался. Что? О, включили свет. Ну надо же. Это вы хотите сказать, одна штука все время вращается? Понял. Так. Сейчас она пролетает, идем вперед. Так. О, пошел. Ах, твоя мать. Ох, я каждый раз вздрагиваю, как. Когда посветлее, это полегче, да? Не знаю, на самом деле это очень-очень сложно, учитывая, что наш персонаж двигается как беременная корова. Так, вот. И вот. И сейчас у нас 3 секунды. 2 секунды. Так, пролетело. Полетело. Не, стоим. Давай, пошел. Пошел, родной. Давай. Хорошо, сохранились. Ох, давай, касатик, не подводи. Вот так. Давай. Не знаю, что нас там ждет, но тут определенно хуже. Опять тут. Давай, издевайтесь. Дойти вообще. Какого хрена я тут делаю? Я вообще двигаюсь наугад. Это нормально, нет? Он сзади, да? Вот. У меня кровопотеря? Какого черта? Ну-ка, сохранимся. Используем аптечку. И сейчас самое главное спешить, потому что... Луна за спиной. Мы остановили кровотечение. Но я ни хрена не вижу теперь. Это нормально? Как, твою мать? Не знаю, это, по-моему, жесть. Очень сложно. Очень страшно. Так, хорошо. Никаких кровотечений, просто топим. А вы видели, с какой скоростью он движется, с какой скоростью я? Это меня мутит от кровотечения или от чего? Я просто не успею лечиться. Я не вижу, куда я прыгаю. Пипец просто. Давай, родной. Да за нами уже идут, я не успеваю. Куда идти? Я ничего не вижу. Твою мать. Он сзади, и он идет. Давай, родной. Налево или направо? Ну хоть куда-нибудь иди уже. Чего ж ты останавливаешься-то?
обычный противогаз надеть. Я ничего не вижу. Вот вообще просто ничего не вижу. Слишком от кровопотери страдаю? Какая же кровопотеря, если я только что... Давай! Твою мать! О, это просто какой-то садо-мазо идет, ну я не знаю. Капец. Нафиг так делать. Ну ладно, я примерно помню, куда двигаться, поэтому пошли, куда глаза глядят, что ли. Ага. Еще бы видеть хоть что-нибудь. Давай. Че я так много крови теряю? Я чего? Я... Почему я не могу? Ух, твою мать. Долбанный дед, я больше никогда в жизни ему не попадусь. Я просто не буду ему давать себя поймать. Я лучше, блин, лучше игру выключу. Это слишком, слишком жестоко по отношению ко мне. Так, но в прошлый раз мы не выбрались, потому что очень много тупили. А в этот раз я иду по памяти, лишь бы не упасть. Дедушка, блин, со своим измерением. Еще не хватало от кровопотери сейчас умереть. Так, ну вроде дошел до куда-то. Ничего не вижу. Ничего банально. Давай, давай, родной, давай, 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 ну, давай. Деду уже сейчас придет. Он идет. Я не знаю, где он, но он идет. Как все хорошо начиналось. Ладно, жри меня, скотина. Я буду лечиться. Деда, отпусти, пожалуйста, куда-нибудь. Полностью, говорит, перевязать все равно не получится. Мы уже ползем просто, он нас замучил. И я не вижу, куда иду. Куда я иду? Где я вообще? Долбанный дед. Зачем я сохранялся, блин? Надо было просто убежать от него. Не, ну отсюда реально убежать, но не в моем случае похоже. Давай, не сдаемся. Ничего не вижу. Ничего. Куда-то иду вроде. Судя по звукам. Да, где я? Что происходит? Че? Где я? Я умер. Отлично. Игра. Ты не добра со мной. Чё? А, я тут падаю, понятно. А нет, я ещё живой. А, вот оно что. Так, а что если пойти налево в этот раз? Всё было бы гораздо легче, если бы у меня не текла кровь. Но она у меня течёт, и я не понимаю, с чего вообще. Видимо, просто дедушка прикалывается. Ну, ладно, иду куда-то. Вижу! Твою мать! Короче, вашу мать, все, надо убираться отсюда, потому что это уже становится не смешно. Год моди. Он, я думал, зрение, конечно, у нас хоть маленько получше станет. Но, игра, раздуплись, пожалуйста. Да. Твою мать, лучше пусть убьет, чем такие звуки слушать. Ой, подожди, что я делаю? Так получается. Подожди, а как же все-таки отсюда выйти? Ну да, убил, молодец. Сейчас знаете, что сделаю? Мы просто с помощью годмода и ноуклипа выберемся отсюда. Каким-либо образом, я не знаю, правда, каким. Но потому что это уже реально не игра, это какое-то мучение началось. Жутковатый парень, да? Так, хорошо, давайте приступим.
год, моде, он. Хорошо, и как там, ну, клип? Он, окей. Хорошо. Твою мать, эти звуки. Ни хрена не вижу. Короче, игра просто меня убила и все. Давайте, знаете, тогда мы раз такие дела, то просто завершим, наверное, на сегодня. А завтра я постараюсь, там, если сейф остался, просто не попадаться дедушке, потому что меня, честно говоря, это парит. Бегать, когда ни хрена не видишь, и когда за тобой гоняется гораздо более быстро, чем ты враг. Я не понимаю, почему у нас кровотечение. Надеюсь, в комментариях кто-нибудь напишет, и что вообще происходит, и как. Но как бы там ни было, поначалу было интересно, а под конец уже реально начало раздражать. А тем не менее, по-моему, очень любопытное место. Другое дело, мать твоя, чтобы ты не гонялся за мной. Надо было как-то сделать тебя, я не знаю, менее злым, что ли, скотина. Ну, в общем, такая вот серия. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.